кинуть собаку. В Приморском краевом суде началось открытое судебное заседание по рассмотрению дела в отношении 6 обвиняемых – Ковтун и Лютиков, Савченко, Никитин и Кириллов, обвиняемы по совершению преступлений, совершенных на территории Приморского края. В соответствии со статьей 335 Уголовно-процессуального кодекса на сегодняшнем заседании будет вступительная речь государственного обвинителя. Государственный обвинитель изложит суть обвинения и предоставит порядок рассмотрения доказательств по делу. В свою очередь выступят защитники с обвиняемыми и также выскажут свое мнение по предоставленным доказательствам. И уже в дальнейшем будет судебное разбирательство проходить по предоставлению доказательств. Это допросы потерпевших, свидетелей и иные доказательства по делу. В связи с тем, что большое количество обвиняемых по делу, а также учитывая тяжесть предъявленного обвинения, в связи с этим и такой уровень у нас охраны. Сами подсудимые попросили судью не фотографировать их и не снимать на видеокамеры. Это их просьба, это их ходатайство, которое было заявлено перед судьей. А просьба они имеют на это право? Конечно, они имеют на это право, и по какой причине они могут не объяснять. Коллегия была сформирована у нас 15 января 2013 года. В судебное заседание явилось 47 кандидатов. Все они пришли по новым спискам, которые нам предоставила администрация Приморского края. Было отобрано 22 человека, все явились и в дальнейшем будут рассматривать данное уголовное дело. Судьей уже утвержден график. Судебные заседания по данному уголовному делу будут проходить еженедельно по 3 дня. Это среда, четверг и пятница.